верой и правдой служат в своих странах во имя Ислама и мусульмане. Скажите, пожалуйста, несколько слов. Для нас большая честь видеть вас в Москве. Спасибо вам, что нашли время. Дай Аллах вам и в дальнейшем давать свое благословение, молитву своим шахидам, своим ученикам, студентам. Спасибо большое. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام سنشال يا أبا خطير بلغدار وجائم وشيخ مفتي راوي عين الدين за приглашение, за организацию этого вечера. Спасибо ему большое, так как он собрал нас всех здесь, чтобы посидели, поговорили об исламе, о сегодняшнем дне нашей уммы. И нас ждет трехдневная конференция, которую мы будем обсуждать насущие проблемы, чтобы наша умма в будущем жила хорошо, чтобы мы поборели те недуги, которые сейчас нас всех волнуют. За это все я буду благодарить его и его сотрудников, помощников. Конечно, мы мусульмане, мусульманские богословы, особенно по советскому пространству, обязаны очень много работать. Так как во время Советского Союза наши народы отучились от нашей религии. Они не увидели настоящее исламское просвещение. Поэтому у нас очень много проблем. Чтобы эти проблемы мы решили как следует, нам приходится очень много трудиться. Как сейчас говорят в российском государстве, возродить богословскую школу, мусульманскую школу, чтобы наши богословы сами решали наши насущные проблемы. И, значит, показали нашим мусульманам правильный путь, чтобы не случились у нас терроризм, экстремизм, то, что очернит сейчас исламскую религию. Я думаю, что мы будем обсудить эти вопросы тоже в нашей конференции в будущем тоже. И будем принимать очень нужные, значит, решения. Я бы хотел сказать, что этот форум уже 10-й раз собирается. К юбилею. Но я бы хотел, чтобы еще дальше шагать и создать на основе этого форума действующую организацию. وانا اقترح ان يكون على اساس هذا المنتدى ان يكون هناك المؤسسه المبنيه على هذا المنتدى Это организация, которая будет называться генеральным секретариатом или какой-то другой, будет постоянно работать, чтобы претворить в жизни решение этого форума. Между форумами это будет работать أو لجنة عملية لكي تطبق المسائل التي تم طرحها تم نقاشها أثناء المؤتمر لتطبيقها ويجيدها في واقعنا العملي. И будет, значит, проверять, как идет работа, как принимают это мусульмане, как, значит, взаимодействуют наши улемы, богословы. И это будет живая организация, которая всегда будет дышать с мусульманской умой. Если такой мыслитель, просветитель, учитель говорит эти слова, я думаю, зал услышит, зал поддержит шейх. И если в этой организации идеологом будет наш уважаемый устаз, и мы будем вместе все это продвигать, муфти, я думаю, это у нас получится. Во имя
просвещение, во имя воспитания, во имя авторитета ислама и наших мусульман. Иншаллах. Хочу просто еще небольшую информацию дать. На конференции уважаемый наш устаз, уважаемый шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф будет презентовать свои научные труды. Мы с большим ожиданием ждем этого. Мы поэтому и очень хотели, чтобы шейх в Москве перед муфтиями, перед учеными, перед академическими учеными, где будут и академики, и профессора, он выступил, он показал свои труды, в каком направлении сегодня он видит движение исламской уммы. Иншаллах, мы ждем, ждем. Также будет презентовать член-корреспондент Академии наук Российской Федерации, профессор, доктор Дмитрий Владимирович Фролов, свои три тома перевода Корана. Это великолепный труд, настолько полезный именно специалистам. Это не для широкого круга, потому что это настоящий научно-академический труд. Вот это будет очень полезно всем нам и тем преподавателям, которые преподают в исламских учебных заведениях коранаведение. Этот человек общеизвестный, он является членом коранаведения и организации Ассоциации Европы по арабистике и исламоведению. Я шейх дуа мерсавис. Шейх, пожалуйста. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم وفقنا للعمل بكل مسؤولياتنا اللهم وفقنا لبناء جيل إسلامي قوي متعبد اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا اللهم ارض عنا ووفقنا لمرضيك وابعدنا عن معاصيك يا ارحم الراحمين وتقبل الله منكم هذا العمل سبحانه وتعالى.